Подвядзенню вынікаў работы за мінулы год і выпрацоўцы планаў на будучы была прысвечана чарговая калегія абласнога ўправлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Минулый год для жилево-коммунальной господарки в области был особливым. Тут первыми Росвублицы отмовились от перекрыжованного субсидирования, что позволило снизить тарифы для юридических особ у два раза. У вынику коммунальных платежов они заплатили на 230 миллиардов рублей меньше. Сэкономлены и бюджетные сродки по мере 83 миллиардов. Итого, вот, если говорить в целом по бюджету, 260 миллиардов рублей. Сегодня экономия за жилищно-коммунальные услуги по Брестской области. Выполнена в полном объеме программа по энергосбережению. Экономия склада около 17 тысяч тонн умовного палива. Такие показчики позволили выйти у республиканские лидеры, коли уже более за 60% тепловых сеток прокладены с прат изолированной трубы. Соседние в области поколь отстают у этой работе на несколько годов. Серьезно занимались и модернизацией основных объектов. Будовали новые. На брестских очистных сооружений практически освоили и ввели аэротенк за счет Всемирного банка. В Каменце в Высоком строили за счет польских грантов очистные сооружения и систему канализации. Занимались аналогичными проблемами по Барановичскому, Пинскому водоканалу. Заменено около 115 километров тепловых сеток, 110 водопроводных, 5 километров канализационных коллекторов, отремонтовано 200 тысяч квадратных метров дахов шматповерховок. В областном центре уведено устрой сучасная котельня для потреб усяго комплексу областной больницы, что позволило сэкономить до 9 миллиардов рублей бюджетных сродков и при этом значно повысить паливную эффективность. Задачи стоят серьезные. Сегодня практически утверждены тарифы для юрлиц на 2015 год. План расчетные цены прошли согласование все, включая республику, и в настоящее время заканчивается их утверждение горрайсполкомами. Поэтому сегодня руководители предприятий имеют, ну, будем говорить, все рычаги и рамки, как сегодня хозяйствовать в 2015 году. Так само у 2015 запланировано перекласть около 100 километров тепловых сеток, побудовать 3 энергоэффективные крыницы тепла и электроэнергии у Иванова, Берозе и Барановичах. Юрий Печур, Тиграна Копян, областные новини, Брест.